Что ж, приветствую вас, смертные. Мы проходим героек вечеринки в Горожане. У нас первый босс Нилос, не Елос, Аран. И вот я, в общем-то, собрал на него колоду. По идее, это должно затащить, поскольку урона от заклинаний теперь гораздо больше. Ну, как я читал в описании, дается-то всем. Так ведь? Вот, оба игрока получают плюс 5 к урону от заклинания. Вы как, думаю, вы догадываетесь? Кучу заклинаний понапихать и, в принципе, его на изи можно уделать. Правда, это зависит от того, сколько у него еще и хп, но, скорее всего, мне кажется, 45. Как и у всех прочих боссов. То есть 30 хп и 15 брони. И тень Арана! Сейчас я вас проучу! В целом, неплохой старт. Я, как видите, понабрал всего, что можно только... Всякие заклинания, наносящие урон, прям очень эффективно должны тут играть. Ну и секрет вроде антимагии помогут. Ой, я не услышал озвучку, ну шо это, блин, такое, а? Я им покажу! Я им всем покажу! Заклинание, это так весело! Книжка как каким-то некнижным голосом говорит. Так, ну что, книжечку я не убиваю, расход пускаю его. О, ого. А чё так жестко? Не жестко ли, а? Прошу прощения, но вы горите. Прости, прошу прощения, но у тебя нет секрета. Как мне... Чё, вот так, что ли? Я мечтаю быть похожей на тебя! Это так весело! Блин, я уже думал, он ничего сейчас играть не будет, а он завис. Хозяин могуч! Но и я кое-что умею! Да блин, мне заклинания нужны! На кой черт это мне все? Я им всем покажу! Заклинание! Это так весело! Я им покажу! Я им всем покажу! Обосрись, у меня антимагия! Оооо! Кайф! Просто фейс ему пробьем. Слава богу, что у меня антимагия была. Мы, походу, его выиграли. Да, походу. Походу, выиграли. 6-8. Выиграли! Как легко, а! Ой. Я чуть не просрал за то, что ему секрет дал. Но в целом норм. Очень легко мы побеждаем этого, эту тень Арана. Ну и два следующих босса. Надеюсь, справимся. Ну а с вами был Павел Первый Смертный. Я надеюсь, вам понравилось. Так что обязательно ставьте лайки, комментируйте, добавляйте видео в избранное. Также делитесь им и ждите новых серий. Всем пока!